Приветствую, друзья! Меня зовут Богдан, и мы с вами продолжаем курс по созданию 2D-платформера на Unity. И сегодня будем работать с нашим игроком, добавим его управление, а также добавим его анимацию. Но сначала давайте я распакую наш ассетик, возьму удобнее. Environment спрайт положу папку, а спрайт положу в ассет папку. А эту папку с демо-сцену удалю. Значит, давайте зайдем в нашу сцену. Вот. Назовем ее main, пускай. И добавим картинку нашего игрока. Возьмем такую самую обычную картинку. Это волк. Координаты будут нулевые, 0,0. Смотрим на камеру. Камера слишком большая. Давайте размер 1 единичку. 1 единичку, давайте 0,075. О, вот так идеально будет вообще. Вот так приблизить только надо. И давайте еще возьмем какой-то тайл. Вот такой. Как видите, тут есть сетка атлас спрайтов. Для того, чтобы разрезать этот атлас спрайтов, мы будем использовать спрайт эдитор. Чтобы его использовать, мы здесь в спрайт мод выбираем мультиплей. И спрайт эдитор нажимаем и apply. Выбираем slice automatic, порезать. И у нас есть куча картинок. Это apply. Закрываем, разворачиваем, и у нас есть очень много картинок. Давайте возьмем такую простенькую картинку. 0. Давайте такое. 0,6. Не, 0,51. 0,65, идеально. И давайте продублируем. Значит, такое. Продублируем еще. Давайте копируем. Давайте 0,65. Пойдет так? Не, 0,1. 0,4, 0,35, 0,31, 32, 33, вот 32, 32,5. Вот так. Такое расстояние между этими блоками. Просто 0,32. Вот такое расстояние будет между этими блоками. Давайте подублируем их еще. 64 теперь, потом 92, 96, и в обратную сторону, минус 0,32, потом минус 64, и минус 96. Все, как видим, у нас теперь есть такая мини-платформа. И давайте добавим до них всех бокс коллайдер. Сделаем такую твердую поверхность нашему игроку. И давайте еще в коллайдерах возьмем уменьшение такое. Вот такие, пускай будут наши коллайдеры. Сделаем даже такой 2D, 2 и 5D вид. Вот. А, сбился. Чего так? Давайте просто такой возьмем один компонент Box Collider. И просто вставим на все другие. Паст, он проводит. Все, как видим. Это даже так он совсем. Вот. Идеально. И давайте теперь добавим нашему. Преименуем сначала нашу игрока. Плеер. Добавим ему бокс коллайдер. Какой-то он слишком большой для нашего игрока. Сделаем его поменьше.
Вот такой бокс коллайдер. А также добавим GigiBody для физики. 2D. Давайте нашего игрока поднимем в гору. И запустим сцену нашу. Лучше было ставить боксы коллайдер, как было сначала. А теперь запустим. О, да. Только пониже, да. Пониже, пониже. Игрока пониже. Вот такое, ну, оно. Теперь подаемся. Еще пониже нужно. Вот. Иди. Вот так. Все, на это хватит. Давайте теперь добавим скрипт для нашего игрока. Назовем его Player Controller. Player Controller. И запустим скрипт. Скрипт укрылся. Теперь давайте все учистим. Значит, возьмем RGBody компонент 2D. Ссылку назовем RB. Если в старте мы вызовем этот мелодий, присвоим, получим ссылку компонент. RGBody. Закрываем. Теперь давайте еще зайдем в Fixed Update. Функция, которая повторяется каждых 0,02 секунды. И здесь мы будем использовать за класса, ну, с компонента RGBody такой параметр, как velocity, и он на вектору 2. И мы будем использовать класс input, и благодаря ему мы будем у него брать такой метод, как axis, а в него мы пишем horizontal. Horizontal. Значит, сейчас я объясню, что это такое. Давайте зайдем в paint. Значит, horizontal. По горизонтали. Если мы нажимаем на A, то наше движение идет к минус. Если мы нажимаем на кнопку D, то наше движение идет от 0 до 1. Если мы ничего не нажимаем, то наше движение равно 0. Вот так. А по Y мы ничего менять не будем, просто оставляем так, как было. RB, velocity, Y. И давайте замышляем. Все примерно. Не, давайте протестим. Запускаем наш. А, почекайте, еще нам нужно на игрока закинуть этот скрипт. Смотрим. Игрок двигается, но падает. Чтобы пофиксить это, мы просто в RGBody 2D, есть такое примерно, как с Constraints. И просто мы замораживаем поворот по оси Z. Теперь посмотрим, что вышло у нас. Значит. Ну, что вообще? Ходит, но запыняйся почему-то. Почему? Можешь. Да понятно. Давайте еще, может, это просто баг был. Да,
Давайте попробуем. Теперь делаем прыжок. Чтобы сделать прыжок, мы просто будем самому метод. Держи прыжка, держим на свою. Не мы будем использовать компоненты G-Body, опять же, для физики. И здесь мы будем использовать метод AddForce. Он принимает два параметра. Первый это, куда мы будем использовать импульс. Мы указываем transform.up, это вверх. И какой степ импульса. Это forcemode.impulse. Все запускаем, все сохраняем, нажимаем Ctrl-Shift-S. И теперь запускаем нашу игру. А, забыл проверку сделать. Если... Мы будем это проверять благодаря классному импуту. Если мы нажали Head Button Down Space, Keycode .space, если наша кнопка это Space, то мы будем использовать метод jump. Что-то... А, тут Head Key нужно. Head Key Down. Все. Теперь запускаем нашу сцену, нажимаем на кнопку play и видим наш игрок. Теперь нажимаем на play. Наш игрок что-то слишком, надо больше прилагать усилий. Я это просто умножим на 5 пускай. Значит, смотрим. Наш игрок очень как-то... У него очень большая гравитация вниз. Давайте его уменьшим. Это мы зайдем в Edit. Тут Play. Вот там Player... Вот, Project Settings. Здесь и физика. 2D, давайте минус, ставим минус 3 пускай. Посмотрим, что у нас будет после минус 3. Наш игрок улетел. Я лучше поставить наоборот минус, там, минус 30 давайте. Значит, если так, вообще, давай тут лучше, я поставлю назад минус 3, а здесь уберу умножить на 5, все, кнопка play нажимаем. Отлично все работает. Все, давайте теперь переходим к анимации. Нажимаем на плеер и Create Animation. Создаем специальную папку под названием Animation. Animations. И создаем, пускай первая анимация Idle. Это состояние, в котором наш игрок ничего не делает. Поэтому... Это мы берем Sprites, Player и Idle шукаем. Idle. Это вот. Раз. Вот 4 этих картинки. Вот у нас одна анимация есть. Можно ее загрузить. Вот. Как видим, она слишком быстрая. И потом вот тут 30 поставим теперь. Два раза медленнее. Вот тройку.
Вот какую-то 15-ку. Вот 15 отлично работает. Ситуация теперь созаму другие анимации. Созаму. Что у нас тут есть? Давайте валк, ходьба. Валк. Принесем это 6 картинок. Поставим, пускай тоже будет 15. И посмотрим. Вот такая ходьба, какая-то быстрая. Нет, давайте 10-ку лучше. Он 10-ка мне нравится. Давайте посмотрим еще. Вот джамп пускай будет. Он джамп. Тут давай треба. Вона буде виконатися тільки один раз. Ми не будемо тут міняти нічого. І давайте останні анімації. Це анімація Crouch чи Hide. Тут Crouch. Вон, да, Bloodray. І просто у нас вже ігрок буде внизу знаходитися. Давайте создамо таку анімацію. Crouch. Вот последнее на сегодня. И, как видим, наш игрок там только надо поставить 10-15. И давайте просто 10-ку. Или 5-ку даже. Вот 5-ка, нравится мне. Все, давайте теперь перейдем к аниматору. Если у вас нет аниматора, то это решается или Animation, это решается все в Bloodray Windows. И здесь есть Animation, аниматор, Animation. Нажимайте и все. Давайте теперь будем как-то вызывать наши анимации. Вот это мы будем делать Bloodray AnyState или же вольный переход. Для этого мы создам параметр какой-то. Вот параметр. Типа какой-то integer, назовем его anim и создам, значит, первый переход, это под названием 1 equal, нажимаем, не забываем, и здесь на стрелочку забираем галочку, потом здесь то самое галочку забираем, equal 2, потом то самое здесь. Галочку забираем. Значит, все отлично. Теперь давайте это будем применять. Добавим такой компонент, как аниматор. Аним будет, пускай будет эта ссылка называется. С этой ссылки получим компонент. Этот компонент. Аниматор. Давайте я сделаю для вас побольше на текст. Вот такой текст пускай будет для вас. Значит, давайте. Первая анимация — это ходьба. Мы будем это проверять как. Если значит, input точка get axis axis horizontal, вот. Давайте просто скопируем horizontal не равна нулю. Значит, здесь вот это еще раз на пейнте покажу. Вот есть a, b и ничего не нажал, то тут минус 1, тут 0 и 1. Значит, если она не равна нулю, если это не верно, то может только два случая быть. Это движение влево или вправо. Это нам подходит. Значит, и мы будем обращаться к компоненту anim.
аниматору нашему. И здесь мы будем брать параметр integer, который мы взяли. Здесь мы выбираем ID, это аним, который мы написали. И здесь выбираем анимацию нашу. Анимация по счету. Это первый вот. Вообще, дальше наш прыжок. Это будем делать плодеры прыжку. Схемы прыжок нажали. То мы будем вот выполнять еще анимацию 2. Значит, а кроуч. Это просто сидение внизу. Если. Значит, давайте такое сделаем. Если input точка, точка, это вот так сделаем. Давайте вместо space мы идем в клавишку V, туда скопируем, вот так, здесь идем клавишу F и сделаем вот метод для crouch. Crouch. Давайте здесь crouch. Что мы будем делать? Мы будем, если наш прыжок находится в этом состоянии, то наш бокс коллайдер мы будем менять его, чтобы игрок, если, например, когда будем создавать врагов, если наш игрок так перенулся, то мы будем уменьшать его бокс коллайдер. Для этого мы просто возьмем как-то вот так, вот так. Box Collider такой сделаем. Вот такой Box Collider будет. Давайте если offset мы возьмем. А, не нужно. Что вот так будет? Значит, если. Значит, мы будем под. Если мы в состоянии crouch, но мы нажали S, то мы будем называть анимацию crouch. Вот этот хэдки просто. То мы будем получать. То мы взял компонент Box Collider. И в него есть такие параметры, как. Такие у него там. Offset, size, вот. Давайте size. Равнее вектор 2. Значит, давайте, что тут мин. Вот такие size по. F давайте еще 0.32 по X, а по Y 0.27. Ну давай 28, давайте лучше 28 F. И еще нам нужно offset, отступ, чтобы обратиться к этому значению, будем использовать контакт offset. И он равен new vector 2. Здесь тоже берем значение. Тут минус вот это значение. Минус 0.3. Давайте такое, чтобы было. И здесь. Тут здесь минус 14. А что он робит? Контакт offset. Все, давайте лучше сделаем по-другому. Мы такой сделаем. Мы добавим вот это бокс, один бокс коллайдер. А мы добавим еще один коллайдер. Это уже будет какой-то капсула. Вот капсула коллайдер. Значит, возьмем капсулу эту. И уменьшим ее немного.
Давайте здесь еще. Ну, круг какой-то получается. Или давайте. Давайте такое лучше. Создамо два бокс-коллайдера. Вот таких. Один. Всем такой, другой такой. А это такой паблик. Бокс-коллайдер. 2D. Бокс-коллайдер 1, ведь там будет ссылка одна. А потом еще другая. Вот так. Ну да, это возьмем вот с этой кроуч. Короче, вот так. И создам. И снимем еще один бокс-коллайдер. Бокс-коллайдер. Этот выключим, первый. А второй мы подредактируем. Не, вот второй. Возьмем вот так. Так. И вот так вот. Получим. Давайте ссылки эту дому. Вот босс коллайдер 2 сюда. И босс коллайдер. А сюда. Этот выключаем. И давайте такое. Значит, крауч. Мы обращаемся к компоненту бокс. Collider 1, мы его set enable, мы его выключаем, а box collider 2 мы его включаем, и создаем еще crouch off метод, в котором мы будем менять наш коллайдер, crouch off. Просто меняем тут true, тут false. Сделаем еще метод такой, как если мы наша клавиша S, она идет вверх, мы ее уже отпускаем, то мы будем это делать. Crouch off. И давайте активируем. Сохраняем. Давайте посмотрим, что у нас вышло. Давайте запускаем. Как видим, сначала идет к idle, значит сейчас игрок ходит. А прыжок, а он на V, какой-то он слишком большой этот прыжок. Причем давайте массу добавим нашему. О, вот такой. Значит, нужно еще поиграть с анимацией. Вот анимейшн. Вот цей. Jump мы. Здесь есть галочка, как loop time. Она отвечает за то, что будет повторяться анимация или нет. Мы тут отпускаем на jump. Давайте вот на волк поставим пятерку. На пятерку устраивает. Также давайте. Давайте лучше притестим сейчас. А, давайте еще. Если мы ничего не делаем, если наша ходьба дурение найду, то мы будем использовать состояние 0. Просто не стоит. Вольный переход. Вот так. Здесь эго. Все, тут 0 же. И давайте посмотрим. Значит, вот так, наши игроходы. А на массе все равно.
А, валку тоже давайте. Валку отключим. Повторение. Не, ну то лучше не выключать. Давайте на наш кроуч подивимся. Игрок, вот наш. Если мы нажимаем, то один был складывать, включайся, другой включайся. Здесь все отлично работает. Если мы отжали. Какой-то очень слишком жесткий прыжок какой-то. Короче. Все, давайте еще сделаем поворот нашего игрока туда-туда. Мы просто будем убрать компонент Transform. И вот ротейшн по... Мы просто уберем спрайт рендер и просто флипаем. Давайте возьмем этот компонент, спрайт рендер. Спрайт рендер. СР наш. Ну, это так называется ссылка. Значит, SR. Равен этот компонент. Спрайт рендер. Вот. И давайте, если мы... Как мы будем это проверять? Значит, давайте здесь возьмем. Если input.horizontal больше нуля, то наш sprite.flip по y. Если мы идем вправо, то мы выключаем, то false, а else, если в другом случае, else if, то мы будем просто тут, мы будем включать то значение. Давайте вот так. И все. Вот. Все, мы создали это. Давайте проверим. Запускаем. Вот. Мне ничего не делает. Идет анимация. Идем туда. Найдем. Идет такая анимация. Он нормально же. Ну, не очень. Давайте анимацию все айдол. Ну, а мы его уменьшим. Давайте до 5 кадров. Наш игрок входит. Давайте такого. Где мы проверяем, что идет анимация ходьбы, мы просто возьмем. Если горизонтал больше нуля. И. Или меньше нуля. То да, будем в анимации ходьбы играть. А это уже проверим. Значит, давайте. Раз, два. Он здесь отлично. Ну, он неплохо уже. Прыжок. Вот так прыжок. Какой-то слишком большой прыжок. Если так. А это скроч. Короче, не робит. Ну, на этом будем заканчивать. Мы сегодня поработали с нашим ходьбою, анимацией, создали движение нашему игроку, анимацию, прыжок.